Hey, okay, сумешники, мы продолжим бродить игру под названием Bugs Bunny и Last Time. Как вы видите, я вон собрал эти все, что здесь было. Ох, неужто я это сделал? Но... Я чуть снова не тупанул, я чуть ящик один не успел бы забрать. Гравица поесть, машина летит. И прошел этот уровень. Да, давай-ка я сохраню твои победы. Нет, не надо. Ку! Ага, ку, чатланин. А хотя надо было. Надо было. Что-то я тупанул. Ладненько. Отправляемся с вами мы. В 30-м. Потому что что? Правильно, у нас там появился морковная фабрика. У нас здесь морковная фабрика. А, я думаю, что он в уровень не входит. Морковная фабрика. Морковный сок. Мана здесь платформер. Найди 5 таких предметов, чтобы получить чистку. Его разрезало! Опять говоришь, да? Я понял, ветер не позволяет. Ладно, давай сюда. Надеюсь, туда, куда я иду, оно именно туда и нужно. Я понял. Мне не туда нужно было. Но не беда, мы еще раз попробуем. А, теперь у меня звук вентиляции, я понял, она будет орать. Ачи. И я так еще не забрал... Куда я иду? Максимально запутанный уровень. Хотя я знаю, что я сделаю. Так как мы сохранились, а мы сейчас с вами вернемся туда, где мы были. Только нужно туда еще дойти. Так как у нас уже с вами сохранилась шапка здесь, нам по факту нужно... Подождите. А я не сюда хотел. Вот, сюда я хотел. А теперь я могу отправиться сюда. И быстрыми движениями, быстренько, вот сюда. Чтобы понять, что здесь оно просто под электрошоком. Я вас понял. Ну ладно, тогда мы идем сюда. Так, осталось понять, где здесь эта чертова приманка. А, я на него прыгнуть не могу.
Эта мышь украла только что мой ключ. Я просто не знаю, в какую сторону идти, поэтому я просто иду во все стороны. Пау. Да ладно. Сори, народ, я походу вернулся обратно. Охренеть. Ладно, не беда. Главное, что я не сохранился до этого. Так, подожди. Мы сюда шли. Если в ту сторону пойти, там ничего. Ну, нам только покататься остается. Склад номер один. Вы думаете, я просто бегу? А на самом деле нифига, я ищу то, что мне нужно. Я ищу вон вот такие вот ящички. Подожди, это специально для меня? Ловушка. Мне главное просто найти все коробочки. Я не думаю, что мышь у меня заберет обратно ключ. Стоп. А где выход? Опа, вот выход. Так, давайте на всякий случай посмотрим. Ну, кажется, тут ничего нету. А потом окажется, что на самом деле мне просто кажется. Буду надеяться, что иду в ту сторону, куда мне надо. Не, просто знаю, что вот этот вопль, вау, это как таз в игре таз разыскивается дело. А куда мне идти? У меня есть ключ, окей. Для чего нам ключ? Для чего ключ нам нужен? Нужен был до этого. Ведь я действительно теперь не шарю, зачем мне ключ. Ты что, дурак? Я понял. Надо засейвиться. И понять, что мне дальше делать, когда у меня есть ключ. А ключ мне для чего? Я даже не видел замков тут нигде. Понимаете, я не видел нигде замков. Нет. Как... Я не двигался даже. Ладно, мне просто повезло, что я не сдох. Какого черта оно само перевернулось? Тупая камера. Минус игре за камеру. Чисто вот огромный минусяра камере.
Камера вращается, я вообще не понимаю, что мне делать. Понимаете? Все мои падения из-за камеры. Да, да, да. Упади еще. Вот, камера начала просто хрень творить. А, все, он упал. Хорошо. И что он тут спрятал? Ну, хотя бы не на время, слушайте. И то уже радует. Это что за вентиль? А, я могу допрыгнуть еще. Ну ладно. Ждем. Я не спешу. Ждем. Поехали. Еп. Я не помню, где я последний раз сохранился. Поэтому у меня желание... А, я пнул... И что? Почему ничего не работает? Она выстрелит? Окей, я типа просто смотрю, наблюдаю. Ты что делаешь? Давайте, скажите, что это я сделал. Это я сделал специально, ребята. Вы на самом деле не поняли, это я специально так упал. Чисто специально. Потому что это так надо было. Ой, как же это сложно. Ну, блин, здесь не сказать, что платформы кривые, но они не очень. А, то есть я бы там бесконечно бы сидел, я понял. А куда мне идти? А, точно, мы же выключили... выключили электрошок. Я залез в эту сраную трубу. Только теперь из-за нее у меня минус звук. И последний, да, платформер остался? Или это намек на последний? Ладно, просто не буду их трогать. С них все равно ничего не падает.
Упаковщик. Мы типа в машине в машине. Так, тут под электрошоком. Хорошо, нажимаем. Это знаете как Эдди энд Дэнни. Не помню. Я просто иду сюда. Я не знаю, куда иду и зачем я иду, но я иду сюда. Если хочешь что-то найти, иди против той стороны, в которую нужно войти. И все. Так, а что мы сделали? Подождите, мы с вами опустили там, где руки. Ладно, сделаю лучше управление камерой. Хорошо, у нас два поворота, либо в ту сторону. Там электрошокер какой-то. Я стал баночкой. А, это... Сразу смерть. Может, тут везде смерть? Там меня размолот. Тут разрубят. Очередная мышь визит ключ. А все равно, все равно. Я мог достать. И не врите. Окей. Склад 2. Сначала собираем все, что здесь есть. Мы уже поняли, что в таких... В ящиках тоже что-то бывает ценное именно для нас. Нет, я не хочу уйти без ключа. Оп, ящик. Все, теперь у меня ключ. Все? Все? Да, все. Так, хорошо, теперь мы с вами смотрим, что тут еще может быть. Да что? Ой, часики, морковочка. То, что здесь, вот это мне перепроходить вообще как бы не хочется. Ха. То есть мне повезло то, что они по мне не пуляли, да? Окей, представим что-то так. Так, где мы выход находили? Здесь? Да, вот он. Выход. Так, часики забираем. Гениально! Ей!
стоп. Тут вероятность что-то еще есть? Фу, блю, я пнул. Манат, если я тут тоже упустил, мне придется же самое назад возвращаться. Нет, не падаем, не падаем. Будем надеяться, что ключ полезен. Я промолчу. Когда происходит такая вот херня, лучше просто промолчать. Фрезы непонятно. Это хорошо, что я лишних движений не делал. Ой, чекпоинт. Тут морковочка есть. Золотая причем. И ящичек. Последний причем. Так, а что у нас? У меня еще одни часики нужно и 6 золотых морковок. Я вам говорю, скорее всего, некоторые морковки мы с вами сможем найти как раз вот там вот. Да, надо было, чтобы меня раздавило из-за тебя. Камера. Все, уже приемная. А, ну если там в каждой будет... Но я пока что туда не могу попасть. Ну ладно, здесь я 6 морковок получаю. Да ёлки-палки. Смотрите, он меткий. Он меткий. Я молоток просто взять не могу. Давай, уходи. Не замечу, что он пол... А где я морковку пустил? Еще две морковки где-то. И все. Только морковки. А, отлично. А я знаю, где они могут быть. Сейчас я как раз это и посмотрю, да или нет. Вот, а там будет по-любому в этом ящике, большом, который. Вот в этом. Серьезно? Может, в этом? Окей, я сдаюсь. То есть где-то здесь. Еще на уровнях. Должно быть две морковки, которые я упустил. Но ты забыл кое-что подобрать. Да ладно, серьезно. Не врешь? Да, давай-ка я сохраню твои победы. Сохраняй. Спасибо, Чатланин. Чатланин, спас. Окей. Окей, мы просто идем дальше. Не хочу. Я не хочу. Я потом уже сам в соло это все сделаю. Хотя давайте посмотрим, сколько здесь сейчас будет в инопланетяне.
Пойди, это уже с конец, ребят. Пойди, это последний уровень, потом нам должен открыться часы. Шевели мозгами. Давайте попробуем. Хорошо, давайте. Развивай свои мозги, называется. Ну ладно, повторяй все и его движение. А чё так легко? Ну это, знаете, Саймон или как эта игра называется, там где нужно запоминать цвета, там четыре цвета. Легко. Но я морковку заберу. А, я понял. Прикол. Прикол ясен, прикол ясен, прикол ясен. Все, забрал. Тупые лазеры. Ха, нажми зеленую клавишу и посмотри, что будет. Ну-ка еще разок. Так ведь? А, да ладно. Да ладно. А, тю. Там все-таки легко было. Это просто я глупый. Плохо то, что нужно прыгать на эти части. Я лишний прыжок сделал. Женя! Отлично. Давайте далее. Танец. Если вы думаете, что я морковку не заберу, я морковку заберу. Мне придется только на складе лазить. Хуй вот тут его времени искать. А, хотя только морковки надо найти. Точно. А, тут закрыто, я понял.
Ох, там как это... Тут чистый паркур уже. Это называется, да, танцы? Паркур это не танцы. Давай. А, я понял. Там, короче, есть три цвета. Потом оно превращается в дырку. А нет. Ну все, я собрал, да? Я все собрал. Да, все. Ага, либо так, либо так. Давайте пока что по этой стороне. Хотя тут все равно. Иллюзорный ман. Нет, не иллюзорный ман. Тихо, поворачивайся, я не вижу, куда я прыгаю. Обманки-болванки. Угу. А я лучше просто спрыгну вниз, чтобы было быстрее добежать. Заново паркурить. Главное вот, чтобы вас камера вот очень сильно не напрягла. Потому что камера очень может испортить вам все. Ну и далее. Умственные, так сказать, игры. Искусственный интеллект. Так, я все забрал. Да, все забрал. Опля! Сраный паркур. Опля, опля. Почему я не мог туда допрыгнуть? Почему он так прыгает низко? Плевать. Так, найди секретный цветной код. Установи все цвета и подтверди набор правильного цвета. В смысле? Не понял. Короче, нужно смотреть по его взгляду, как я понимаю. Thank you.
Смотрите на зрачок. Вот что это было? Какой-то цвет. Асми ум. А, то есть он сам, просто глазами сам делает. А нет. Это сложно. Видите, он просто глазом так мигает. Этот? Этот цвет? Может, зеленый? Тогда был синий, да? Но он говорит фиолетовый. Желтый, окей. Красный, окей. Мне типа нужно угадать, на какой он... Не, а он на меня смотрит. А, все, я понял. Мне типа нужно угадать цвет на каждой стороне. Давай так. Типа, корона, это значит правильно. Хотя нихера. Это? Или красный? Зеленый, говорит. Фиолетовый. Я не врубаюсь. А-а-а, все, я понял. Короче, ждите. О, походу, короче, сделал это. Короче, надо просто по цвету и с помощью удаления. Ой, стой, оранжевый уже был. Красного не было. Все. Найс.
Глупый глаз. Попался! Главное угадать первые цвета, либо просто за счет убора. Отборки, убора лишних. Я просто не врубился, куда мне лететь. А, я зеленую эту задел. И он тоже упал. Так сложно. Вы думаете, это легко? Нихера. Это вообще нихера не легко. Вот по-вашему, я знаю, куда мне ехать? Ладно, к шесту. Он сзади! Он успеет меня догнать! И все, один раз падаешь, и ты умираешь. Но это по факту финал. Черт, он улетает! Я раньше отпускаю. Почему я не зацепился? Что с камерой? Поступает эта карта. Но он чисто пока что сзади меня едет. Ускорение может ее убить на самом деле. Главное угол полета. Что он делает? Он полетит? Подожди. Мне осталось что? А, у меня все собрано. Покинуть этот уровень. Рискнуть еще раз зачем-то.
если у меня все собрано. Покинуть уровень, конечно. И на этом мы закончим. Гравицапа есть. Машина летит. Да, да, да. Спасибо, Чатланин. Чатланин, спас. Мои поздравления, ты нашел достаточно часов, чтобы вернуться в настоящее. Да ладно. Давайте сделаем таким образом. Я сейчас закончу серию. Но если будет продолжение, да, после этих моих слов, тогда... там уже конец. Че, народ, не буду вас томить. И я вам скажу, что эта серия все-таки объединена, поэтому... Я знаю, что будет дальше, потому что меня снова убило свет. И хорошо, что в этот момент я ничего... Не проходил именно тот момент на 46 минут. Окей, что мы делаем? Садимся в машину. Да. Чуть не забыл. А больше уровней у нас никаких не открыто. У нас осталось только два сраных, так сказать, две сраные морковки золотые. Или цацки, да, их цацки. Которые мешают мне заполучить 99%. Значит, у нас всего 100%. Морковок 99%. Золотых морковок у нас всего лишь 333. И часиков у нас 123. Ладненько, давайте все-таки закончим игру, чтобы вы узнали, что все-таки в конце. Наше время. Либо настоящее. Фух, слава богу. Это был всего лишь страшный сон? О нет, не может быть, это не он. Мама, мама, даже не спрашивайте, что там было. Ладно, если оценивать, я как раз там еще оценивал игру. Давайте сначала начнем, так сказать, с плюсов. Можно отнести к плюсам. Большое разнообразие врагов. Раз. Большое количество уровней с разнообразным, так сказать, местонахождением. Два. Можно отметить битвы с боссами. Три. Также можно отметить довольно прикольную историю доля игры 1999 года. Для меня, ну это для меня это интересно, окей. Четыре. Пока что 4 плюса у нас есть. А также можно отнести к плюсам это озвучку. Русская, есть русская озвучка, это плюс. Дальше, что можно еще отметить? Пасхалки Мэри Монро, типа... Ну, я не знаю, типа... Ну, Мэри Монро, это да, это отсылка к настоящей женщине. Больше таких отсылочек никаких не видел. За пасхалки тоже плюс. Окей, 6 плюсов, да, у нас. Ну, понятно, собираем предметы, все такое. Минусы. Из минусов я могу отнести это однообразие противников. Да, я сказал недавно, что к плюсам я отнес большую разновидность врагов. Да, они разновидны, однако они все однообразны. То есть на них просто натянут иной скин. И все. Пират, пират. Пират поменялся на гангстера, только тут уже начал тоже атаковать, только не мечом, а палкой. То есть вот такие разнообразия, видите, не очень большие. Это минус. Можно отнести озвучку. Да, я тоже говорил, озвучка, она русская. Может быть, это не русский, я не знаю, что это за язык. Но он довольно непонятный, непонятные некоторые моменты с переводом. Это минус. Локализация хромает. Минус. Уже два минуса. Также можно к минусу отнести то, что мы с вами должны бегать один и тот же уровень раз за разом. Просто заметьте, у тебя нету той способности, ты дальше не пройдешь. Иди за той способностью. И мы с вами идем за той способностью. Это три. Три минуса. Также, наверное, я отнесу к большому минусу. Это камеру. Платформинг, окей, платформинг я не буду трогать как минус, потому что
весь платформинг здесь именно ломает сраная камера. Ты бежишь, камера решила покрутиться на 360, и что в этом произошло? Правильно, ты падаешь. Ты решил побежать прямо, камера решила повернуться на 90 градусов. Что произошло? Ты не знаешь, куда ты идешь, и ты падаешь. Ты просто прыгаешь. Вместо того, чтобы ровно прыгнуть или полететь, твой персонаж улетает хуй знает куда из-за камеры, потому что здесь не то, что отзывчивость управления зависит от того, ну, типа, куда ты нажимаешь, туда ты летишь. Нет. Куда камера смотрит, туда ты и летишь. То есть, если я держу кнопку прямо и камера у меня поворачивает, я лечу в ту сторону, куда повернулась камера. То есть, у нас 6 плюсов и 4 минуса. Больше я так не знаю, что можно отнести еще к минусу. Графика, я не буду трогать графику, это... Много таких одинаковых игр. Есть... О, о чем я хотел поговорить. Есть две игры, которые я хочу пройти, но я не могу их пройти, потому что у меня, так сказать, проблема с запуском игры. Игра не хочет запускаться, либо просто экзешник убирается, он просто исчезает, как будто это вирус. Это Bugs Bunny затерянное во времени, то есть Bugs Bunny Last Time. Есть еще Bugs Bunny и Taz, тоже что-то там, время, Buster Lane, как-то не помню точно название. Есть еще игра Billy Blade и Храм Времени. Вот, вот эти две игры я хочу поиграть, но я их не могу сыграть. Хотя, Bugs Bunny и Taz, и у меня есть диск, я его скачивал, у меня работал, а сейчас он почему-то не хочет работать. Я не знаю, я посмотрю какие-то еще эмуляторы, может быть, я найду. И в конце концов я пройду пройду игры. Я уже создал себе список. Этот список, наверное, если проходить, у меня займет лет. Ну, ладно, не лет. Года два. Года два мне займет, чтобы пройти тот список, который я уже сделал себе. То есть три видео в день. Ну так, если я буду вот так, блядь, проходить игры, тратить 6 часов, чтобы снять маленькие серии. Вы спросите, а какого черта 6 часов, и серии не так много. Даже не в том дело, что 6 часов, понимаете, мне приходится останавливать видео. Вы, наверное, помните эти моменты, когда мне приходилось останавливать видео, идти забирать сраные золотые, там, морковочки, морковки забирать и время. А сколько времени? Ну, в принципе, ладно. Так уж быть, мы ее закончили. Поэтому я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.